Ну что же, всем привет, дорогие друзья, как всегда на канале Лопоп. И сегодня где мы? Да, конечно же, на моем самом любимом сайте, Кейс Баттл. Так, начнем мы как обычно, нахуй. Даже думать тут нечего, синие скинчики, поехали. Три раска и туда-туда их, контрактик. Так, 46 рублей вместо 105, хорошо. Next, облученьки. 43, последний. Ну, хоть последний поставил немножко, ладно. 222, контракт, оп, 334 рубля. Плюс 34 рубля нам в карман, значит. Так. Смотрим дальше. Что, чтобы взять? Фулбай раунд давайте. Может, три раза. Долго не будем думать. Оу, это минус. Это хорошенький такой минус. Давай, next. А вот это я не знаю, кстати. А, плюс 20 рублей. Ладно, типа минусы плюс 20 рублей. Такой несерьезный. Ямочка, грифон. Ну, пойдет. Ладно, пойдет. 451, бац, 737. Хорошо. Хорошо. Полный рот окупа. Уже как бы... Можно и подумать. Красные скинчики. В последнее время что-то я так смотрю, их вообще очень сильно, блядь, порезали. Прям, ну вообще ничего не дают. Ну ладно. Окуп первый. Первый у нас окуп. Едем дальше. Обсидиан. Вот это то, что падает сейчас отсюда. Просто ПКД. Никаких кракенов, зубных фей я уже, конечно, давно не видел. О, вот это второй, конечно, который падает. Ну, прям вот хорошо съел меня. 344, кольчуга падает. Сувенирная. Да. Не самое, конечно, лучшее открытие сейчас этих кейсов. А, корич. Посмотрим, что тут. Ну, директивы, типа, минус 50 рублей просто. Ну ладно, хорошо, хоть так. Давай дальше. Воздушный слюз. Минус 11 рублей. Ну и что, это так и будешь у минуса ставить? Я не понимаю, что КБ. О, поп-шипучка. 50 рублей. Класс. 341. 386. Буря. Окей. Ну, мы вот так вот попробуем. Ну, я, конечно, ни на что не надеюсь, но просто попробовать можно. Ну, нет. Нет. Все понятно. Похоже, весь рот сегодня будет в окупах. Джуди три раза просто вот так вот. Бац. Смотрим. Ага, один только окупной, два минуса. 259 рублей. Контракт. Оу, 99. Хорошо. Да, видать, сегодня там с вами сайт ничего уже не поставит. 10% шанс, поехали. Нет, а что? Бывало, и такие залетали. Да, конечно, весь рот в окупе. Ничего не скажешь. Ну ладно, давайте красные скинчики. Понадеемся на них. Окей, смотрим. Ну, могут еще. Еще могут 879, бац, 360. Заебись. Просто лучше не придумаешь. Ну, хоть на место поставь, выровняй баланс-то, а. Ага. Ну, ладно. Даже выравнивать ничего не хочет. Просто тогда радрок 7 кейсов и, блядь, в контракты их, и все. Даже думать ничего не хочется здесь. О. Два окупа, кстати. Кейс батл. Форево, блядь. Блядь, просто. Можно сказать. 256, 153. Но вы сами все прекрасно видите, как хорошо окупает этот сайт. 13 рублей. Бац, 540. Спасибо большое. Ты больше сожрал, гандон. Ну ладно, продаем. Хуй, ничего с него не возьмешь. Такой сайт уродский, блядь. Просто все лицо в окупах. Я просто не могу. Хоть 5 раз синие скины, которые, конечно же, нас не окупят ни один. Смотрим. Ой. Избал, ты чего? 295 рублей, поехали. Бац, 125, вот они. А, какие. 682, это еще один минус. А, нет. Гемоглобинчик. Ну, хоть так ставишь. Я как бы уже даже таким радуюсь. Ладно, что? Красное? Ну давай. 5 расков-то я смогу открыть, я думаю. Смотрим.
326 429. Блять, ну чем черт не шутит, бай-бай-бай-бай, вот так вот, 1100, поехали, бац, 851, я понял. Спасибо. И на том спасибо, блять. Джуди просто 5 раз смотрит. Ну, хоть так, два не окупа, два ебанутых окупа. Хорошо, первый слив. Второй тоже слив. А, нет, ставит. Дай бог, пока ставит, это хорошо. Так, едем дальше, синенькие, давайте, не подводите, 5 ростков вас откроем. Даже последний посмотрим, ничего страшного. Оп, пистолет. Бац, ни одного окупа. Ага, нет. Два окупа есть. 131 минус. Ожидаемо. Ну, просто как бы ожидаемо. 392 минус. Ой-о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 й. Как ожидаемо. Кейс бат. Ну, прям вообще сказка. О. Хорошо. Ладно. Хорошо, хочешь так, пусть будет по-твоему. Ничего страшного, как бы. Я прекрасно знал, что это сейчас все ты у меня съешь. Контрактисы. О, вот он мой любимый красный скин. Минус. И последний тоже сейчас будет минусовой. Просто весь рот в окупе, как обычно. 484, минус. Очевидно. 36% шанс, давай. Очень вкусно. Ну, ребят, я думаю, судить вам об этом сайте самим. Конечно, я ни на что не намекаю, но сайт полная помойка, я думаю, встал. Поскольку я даже не знаю, что могло произойти. Нету половины кейсов, нахуй. Я хотел, например, Бенаберт открыть, да, а он уже и закончился, нахуй. Просто пуля. Аран Рок, вот только что закончился. Виктор Рук, вот самый классный кейс, который я реально мог только что купить, но его нету. Вообще шикарно. Так, лучше смотрите, как мы теряем деньги, всякие ютуберы, которые ради вас стараются. Не закидывайте сюда. Просто посмотри, пойми всю соль, боль. Это вот один из немногих видосов, которые выходят. Я таких много снимаю каждый день, как я просто теряю деньги. Вы думаете, все так сладко у нас? То, что мы всегда забираем. Да нет, конечно. Поэтому, пожалуйста, подпишись, не поленись. Поставь лайк. Лучше посмотри на меня, как я деньги, блядь, проебываю. А так, я думаю, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.